вот в понедельник будем биться. Они там на больше меньше, главное.
Потому что больше никого не подходит. Смотри, скорее. А это он не у меня брал, он где-то в Германии заказывал. У Феди тоже они заказывают по 5 тысяч. Да, я по 200. Зато эти приятные из Германии привезти, да. Наверное. Я как раз в это время в Австрии был, когда Федя был в Германии. Там было красиво, красное место. На лыжах? Да. Еду походить по всяким старым зданиям, посмотреть на всякие картины и галереи. На дюжи всяких матисов, а здесь их нет. Я тоже. Там прям хорошо. А что происходило, когда собирались? А что мы в этом году решили на аппликации? Мы хотели вот увидели путевки там за 9 тысяч там на пикет туда-обратно вообще. Да, был такой момент. Да, думаю, поехать, не поехать, то решили, нет, мы будем отвлекаться, а поедем в день. Без теплых кровок у нас. Сами себе тут сделали билет. Да, мы никогда не пользовались. Это до сих пор обучились. Именно через турагентство. Намного лучше.
чего ты Thank you.
Thank you.
Заборолся, наверное.